Всем привет! Буквально, не знаю, одну минуту назад мне прилетела заявка. Да, как обычно, она влезла вне очереди, потому что мне там задали вопрос, делаю ли я реакции на песни других исполнителей, кроме казахов. И попросили сделать реакцию на Алису Супрунову. Дударай. Это на казахском, получается, она исполняет, как многие писали, что многие казахи считают, что без акцента, тоже было написано в комментарии. Данную исполнительницу я не знаю, она, я так понимаю, исполняет каверы различные. Ну, у нее почти 1 000 000 просмотров, 771 тысяча. Сейчас прослушаем. Я делаю реакции на других исполнителей, кроме казахов. Я делаю на корейские группы, делаю на различные другие группы, но если YouTube не блочит, конечно, потому что в основном на английском песне, если какие-то английские, американские исполнители, их в основном блокируют YouTube. То есть он не дает их не то, что монетизировать, он просто блокирует, либо удаляет без возврата, так сказать. Также всякие различные из Восточной Азии и так далее. То есть несколько клипов у меня просто заблокировал YouTube, поэтому я на них не делаю реакции. Ну, делаю где-нибудь ВКонтакте, там, в моей группе закрытой. Но это так уже. Отсылки. Так, подождите, разворачивайся скорее. Сейчас, подождем часик. Хорошо, вот. Так, подожди. Алиса, подожди. Так. Быстро началось. Раз, два, три. Мария Жабурди. Тут еще субтитры. Это народная какая-то песня казахская? Красиво поет. Голос мелодичный, очень милый. Она так смотрит прямо в глаза и улыбается. Конечно, такая. Да.
Песня шикарная, конечно. В ее исполнении, я не знаю, как, может быть, существует какая-то оригинальная версия. Кто знает, может, оригинальная еще круче. Но мне понравилось, как она исполняет. Так, я скачала уже это видео. Сейчас песенка проверим. Угу, скачала. Так что, да, я делаю реакции на любые песни, если заказываете. Вот, ну, в рамках блокировки еще, так сказать. Если вашей песни нет по какой-либо причине, то заходите в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь, потому что там у меня закрытая группа. Добавляю периодически всех раз в сутки. Шучу. Да, добавляю всех, но иногда периодически добавляются странные личности, которые приходят, чтобы меня зачем-то оскорбить, но тут же они уходят в бан. У меня таких два человека в группе, которые отправились в бан. Просто потому что... Зачем ты заходишь, чтобы меня оскорблять? Ну, извини меня. Я даже разговаривать с такими людьми не буду, просто кидаю в баню все. Так, Ice Blue вышел новый клип, посмотришь, а я написал. А я мне уже выложила. Приятного просмотра. Всем пока.